по настоящему уголовному делу были заявлены исковые требования о компенсации тех потерь, которые были принесены. И в последующем это исковые требования, они должны судом быть рассмотрены, либо удовлетворены, либо отказаны в их удовлетворении, либо они могут быть переданы в порядке гражданского судопроизводства на рассмотрение. Должен сообщила об акте терроризма. Данное преступление совершено около магазина «Вкусный дом», расположен по адресу город Ижевск, улица Воронина, незначительное имущественное ущерб и наступление иных общественно опасных последствий. С данным обвинением подсудимы белых органов. Органам предварительного следствия действия Белоусова квалифицированы по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса. 10%.